История известного фильма «Карнавал» с Ириной Муравьевой в главной роли тесно связана с этим городом. Помните, выпускница школы Нина Соломатина, мечтая стать актрисой, приехала в Москву из провинциального Оханска. Об этом и других интересных фактах из жизни городка на Каме прямо сейчас. Ирина Муравьева, которая в фильме Татьяны Леозновой «Карнавал» создала незабываемый образ девушки из Оханска, оказывается, была уверена, что такого города не существует, и он придуман сценаристами. Узнав, что Оханск – реальный город в Пермской области, актриса была изрядно смущена. У Оханска есть целая мистическая легенда о происхождении названия. Давным-давно молодой монах влюбился в девушку по имени Анна. Каждую ночь она тайно переправлялась к любимому через реку, но однажды ее лодка перевернулась. Долго ждал монашек свою любимую, громко кричал у берега. «Ух, Анна! Ух, Анна!» Но докричаться не смог. А город, возникший потом на этом месте, назвали Оханском. Более правдоподобная версия основывается на рыболовецкой истории города. Оханью раньше называли сети для рыбной ловли с крупной ячейкой. О Тунгусском метеорите наверняка слышали все. А вот что мы знаем об Оханском? А ведь этот небесный камень, упавший на землю Пермской губернии в конце 19 века, считается одним из крупнейших в мире. Этот небесный посланец упал на землю 125 лет назад. На сегодняшний день собрано немногим более 145 килограммов обломков разной величины. Один из них хранится в музее пермских древностей. Оханские называют четвертым по крупности каменным метеоритом среди когда-либо упавших на землю. Интересное рядом. Обратите внимание.